планшир представляет собой деревянный скругленный брус, устанавливаемый поверх кромки фальшборта. Планшир служит своего рода перилами, а также предотвращает попадание воды внутрь борта, который является коробчатой конструкцией из шпангоутов с двух сторон ограниченных бортовой обшивкой. Планшир таким образом повторяет форму борта, лишь несколько выступают за его края. Проблема моделирования планширя в том, что он является плоской рейкой, ширина которой значительно больше толщины. Если поперек толщины согнуть рейку не предоставляет особого труда, то поперек ширины сделать это очень сложно. Поэтому я решил идти менее сложным путем, делаю планшир сборным из нескольких прямых элементов. На лист плотной бумаги я нанес контуры планширей фальшборта главной палубы, причем контуры я нанес с обеих сторон листа. По контурам наклеиваю обрезки кофейной палочки. Наклеиваю таким образом, чтобы массивный клей на рейке полностью закрыл нарисованный контур планширя. Thank you.
После высыхания клея, пользуясь контуром, нанесенным на обратной стороне листа, обрезаю полученную заготовку планширя и обрабатываю ее до требуемого размера. При окончательной обработке удаляю из готового планширя бумагу, шлифую. Затем деталь устанавливаю на модель. Фальшборд кормовой настройки имеет слабо выраженный изгиб, поэтому планширь можно устанавливать без предварительной подготовки. Наклеиваю поверх фальшборта кофейную палочку. Убираю лишнюю древесину, так чтобы планширь выступал за край фальшборта примерно на 1 мм. Чтобы обеспечить одинаковую ширину планширей, использую циркуль-измеритель. Планширь на гакоборте верхушки транса делаю из кусочка предварительно изогнутой рейки. После окончательной шлифовки планшири будут окрашены.